Всем привет! Продается Renault Megane Scenic 2008 года с дизельным двигателем 1,5 литра, 109 лошадиных сил, шестиступенчатая коробка. С 2011 года машина в России и в моих руках. Значит, по кузову. У нее есть окрашенные элементы, так, крыло переднее пластиковое, так не скажешь. Дверь заводская, левая. Задняя левая заводская. Крыло тоже заводское. Крышка заводская. Так, крыло. Крыло частично покрашено, по-моему. Не, да, вот здесь вот чуть-чуть подкрашенное, вот здесь, в этом месте. Крыша заводская. Есть у нее на крыше вот такие вот от градика недостатки. Заднее правое крыло окрашивалось, я его красил. Передняя правая дверь заводская. Ой, задняя правая. И передняя правая дверь, она новая дверь, покрашена тоненьким слоем. Есть на двери вот здесь такая царапина, вот так выглядит. Какие-то скольчики есть. Так, что еще? По недостаткам. Под колесом вот здесь вот такая засита. В общем-то, не мешает она передвижению. На бампере есть вот такая царапина тоже. На капоте тоже есть какие-то микровмятинки от града. Не знаю, устраню, не устраню. Продаю пока так. В общем-то, по машине. Стоит новая резина. В прошлом году поставил Goodyear. Совершенно новая. Ну, не знаю, 2000, наверное, проехал. Поменял форсунки вот буквально недавно. Еще, в общем, много работ. Там на 50 тысяч почти. По ходовой, значит, менены амортизаторы все. Все резинки стабилизаторов. Совершенно вот все по ходовой. Все, что возможно было. Опорные подшипники от и до. По салону. Вот такие недостатки есть у автомобиля. Дальше. Есть на сиденье вот единственный недостаток. Вот такой. В основном сиденье отлично. Руль тоже потерт. У автомобильчика есть вот такие вот бардачки здесь разные всякие. В общем, очень удобная машина для передвижения на каждый день. Электроручник у нее есть, автоматически становится. Ну, круиз-контроль у нее есть, там управление на руле, навигация. Ну, не пользуюсь этими вещами. Все стеклоподъемники с автодоводчиками. Доступ без ключа есть у автомобиля. Старт-стоп без ключа. Так, есть шторки вот такие. Сиденья эти все раскладываются, столики даже есть тут. В общем, машина на каждый день для передвижения идеальный вариант, друзья. Кому нужен. Все, обслужил ее просто до невозможного. Как мячик по ходовой едет, хоть куда готова ехать. В любую страну мира. Заведу мотор, сейчас послушаем, как работает. Ключ в кармане. Вот так завелась она. Итак, а пробег у нее 231 910 километров. Электроспидометр. Вот так. Климат-контроль. Шестиступенчатая коробка. Музыка довольно неплохо тоже играет.
Здесь зеркало есть, следить за пассажирами задними. В общем, очень удобный автомобиль. Подлокотник у нее. Вот так вот он двигается. Так, не пойму, как он двигается. В общем, как-то двигается. Так, посмотрим под капотом. Вот так нажимается. Вот, понял, как он двигается. Разблокируется, и можно ставить сюда назад или туда. Мотор менял на этом автомобиле я уже. Контрактный мотор стал. Вот форсунки поменял. Все обслуженное по мотору. Генераторы, компрессоры. Все менялось на автомобиле. Диски вот так покрасил, что даже колпаки ставить не хочется. Вот один диск. Немножко поцарапал. В общем, вот такая вот прекрасная машина. Сейчас быстренько проедемся, посмотрим, как она едет, чтобы обзор был полным. Довольно резвый автомобиль. В общем, вот так едет машина. Готова покорять любые расстояния. По крайней мере, я на нее с уверенностью сяду и в любую точку могу ехать. Все обслужено, все. От и до. Всем всего хорошего.